Вечер в хату, пацаны. Сегодняшний ролик будет посвящен самой популярной металкор группе в мире Bullet for My Valentine. Если вы не помните, кто это такие, то наверняка вы играли в NFS Most Wanted и помните эту песню. Так вот, в этом году у них вышел новый альбом, и я решил с экспертами музыкальной индустрии и, собственно, самими музыкантами записать ролик касательно металкора в целом и того, что у группы получилось. Подпишись на блог Богдана Айзенберга, русскоговорящего студента в Голландии. Размышления на разные темы, студенческая жизнь и Европа изнутри. Все это на канале по ссылке в описании. Актуален ли металкор 2005-2015 году? Металкор-то актуален, но я бы сказал, что металликакор не актуален, если честно. Блин, ну по идее я посмотрел продажи группы, по-моему, актуален, могу сказать, что актуален. Да не, раньше в 2005 году это, блин, была бомба вообще. Сейчас, я считаю, это уже не актуально. Я включаю вообще такой металкорчик чисто. Поностальгировать. Да, знаешь, включаешь такой, ох, блин, как круто это было. Такие команды, как Trivium, такие команды, как вот Bullet for My Valentine, они обе начали играть примерно, ну, примерно одно и то же, и это копию на Металлику просто тупо один в один. Только, ну, может быть, с брейками какими-то и так далее. И вот это, мне кажется, что никому в 2015-м, как и сама, ну, сама Металлика, никому просто уже не надо. Веном. Это триумфальное возвращение или очередная безликая копия прошлых альбомов? Я бы сказал, что ни одно и ни другое, если честно. Я бы сказал, что это один из тех альбомов, на котором, ну, всем будет, безусловно, плевать, несмотря на то, что он чем-то немного отличается от предыдущих. Блядь, жанр не изменился у них. Ну так, немного изменился, может, но, в общем-то, припевы тоже хитовые, не знаю, есть какие-то баллады, есть какие-то роковые темы. Ты к тому, что нет никаких новых фишек, но это старые добрые буллеты. Ну, блин, не то, что старые, они немного преобразились, но все-таки, не знаю, нормально вкатывают. В связи с чем, по твоему мнению, из группы ушел Джейсон Джеймс во время записи альбома? Видел новости об этом. Я думаю, что просто-напросто гитарист не давал ему записывать басы. Ну, в связи с той же причиной, по которой уходят часто музыканты из больших команд, эта причина заключается в том, что они просто вырастают и понимают, что, ну... Надо играть хард-рок! Нет. Они просто вырастают и понимают, что, ну, музло просто, оно не нужно. Нужно жениться на Фёкле, брать кредит на шестерку и вот. Может, чувака просто утомило играть тяжеляк? Да, мне кажется, чисто из-за этого. Вот утомило. Там семья появилась. Куда катится металкор в наше время? Он просто, по-моему, достиг какой-то точки невозврата. То есть он сформировался, как ты говоришь, в 2005-м, 10 лет назад, и он никуда ни влево, ни вправо не уходит. То есть он, по-моему, просто вот есть и будет еще какое-то время. В трэш куда-то уходит или heavy metal. Но, блин, на самом деле никуда он не эволюционирует. Абсолютно. Там не нужен никому. Ну да, сейчас популярнее жанры. Даже дескор уже популярнее, по-моему. Не знаю, мне кажется, нет. Нет? Ну я просто знаю ребят, которые слушают пост-хардкор, знаю ребят, которые слушают именно дескор, а кто бы по металкору угорал, в моем окружении таких вообще нет людей. Да, Егор, блин, ну откуда-то берутся люди, которые слушают все эти банды? Я-то тоже не знаю. Но, блин, посмотри, ну, альбом там нормально, на первое место на чарте каком-то британском занял по продажам. Ну как, блин? Или это из-за имени, наверное, скорее всего. Я думаю, все-таки из-за имени. Из-за имени, реально. Стоит ли альбом своих 200 рублей? Блин, ну, тут из-за бренда, стоит, конечно. Из-за бренда вот он и стоит столько. То есть, если бы это были не буллеты... То он бы не стоил столько. Uh-huh. Но первая половина альбома, мне кажется, она стоит того. То есть я куплю, на самом деле. Даже если вторую часть я даже еще пока не послушал. Да, я думаю, он стоит свои деньги. Ну, я как полноценный жид подписался на Apple Music и скачал его. Но я там своего Hands of Blood не нашел.
Не нашел? Нет. А если вам нужна такая же клевая кепка с прямым козырьком, как у меня, то обратите внимание на магазин Brutal Clothing. Клевые футболки, майки, толстовки по ссылке в описании. На этом вопросы кончились. Если вам нравится творчество буллетов, то скорее всего и понравится деятельность моей группы Royal Fame. Мы играем пост-хардкор, это почти то же самое, только поменьше гитарной прогрессии. Так что вступайте в нашу группу ВКонтакте, ну и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам нравятся музыкальные видео, и пишите что-нибудь в комментариях. Удачи!